дамы и господа, дорогие друзья, мы собрались сегодня с вами в этом удивительном месте, в этот прекрасный осенний день, чтобы стать свидетелями торжества любви, триумфа красоты, гармонии и молодости. Этот прекрасный и волнительный миг наступает. Совсем скоро здесь появятся двое замечательных молодых людей, которые в вашем присутствии скажут те самые заветные слова и буквально на ваших глазах изменят свою жизнь до неузнаваемости. Я хочу пригласить сюда людей с особым статусом, которые засвидетельствуют сегодняшнее прекрасное событие. Сейчас я хочу пригласить сюда одного невероятно влюбленного человека, настоящего мужчину, который ни перед чем не остановился на пути к своему счастью. Я прошу вас встретить достойно того, кто сделал в своей жизни очень важный шаг, принял очень ответственное решение и теперь твердой и уверенной походкой движется навстречу своей судьбе. Дорогие гости, под ваши аплодисменты встречайте наш жених Александр. Громче, громче, дорогие друзья! О, как прекрасен этот миг! В висках стук сердца дает. Она идет именно к тебе. Любовь твоя, судьба твоя, мечта твоя, жена твоя. Дорогие гости, я прошу вас встретить прекрасную, невероятную, нежную красавицу, невесту Анастасию в сопровождении своего папы Виталия Алексеевича. Громче, громче, громче. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone. Семья — это союз любящих и духовно близких людей. Именно в семье мы находим настоящую радость, заботу и умиротворение. А добиваться успеха всегда легче, когда рядом чувствуешь настоящего, преданного, а главное, любящего и любимого человека. Ибо что, как не любовь, является величайшей наградой в нашей жизни. Во имя любви совершаются великие подвиги и открытия. Во имя любви мы делаемся лучше, чище, светлее. Во имя любви создаются величайшие шедевры. И что, как не любовь, может сделать нас по-настоящему счастливыми? Ни деньги, ни слава, ни власть не дадут и сотой доли того счастья, которое может дать любовь. Когда можно легко и радостно воскликнуть: «Какое счастье, что ты у меня есть! Какое счастье, что я могу жить тобой и во имя тебя». Дорогие молодожены, я прошу вас посмотреть друг другу в глаза и дать ответ на самый главный вопрос. Является ли ваше желание создать семью взаимным, свободным и искренним? Жених, ваш ответ? Да. Невеста? Да. Браво! Главные слова сказаны! Я прошу ваших друзей, ваших почетных свидетелей расстелить перед вами свадебный рушник. Дорогие молодожены, ну а вас я прошу сделать первый шаг в вашу семейную жизнь. Пожалуйста. Я прошу вас обменяться вашими кольцами как символом целиком и полностью принадлежать друг другу. До скончания.
Анастасия. По вашему взаимному согласию и желанию сегодня, 10 октября 2020 года, ваш семейный союз регистрируется. Я торжественно и официально подтверждаю взаимную волю Александра Сергеевича и Анастасии Витальевны носить общую фамилию Медянские. И отныне объявляю вас мужем и женой. Слава тебе! Дорогие молодожены, ну а я сердечно поздравляю вас с рождением вашей семьи. Желаю вам судьбы славной и жизни большой. Любите, цените и берегите друг друга. Ну а с этой минуты, как вы соединили свои судьбы, все в вашей жизни становится общим. Труд, радость, мечты. Где бы вы ни были, куда бы ни привела вас ваша судьба, никогда не забывайте дорогу к родному дому, где вас встретят и приласкают, где теплое мамино слово развеет все печали, а отец даст мудрый совет, где вас всегда ждут и рады вас видеть, как быстро взрослеют наши маленькие дети. А сегодня они стоят перед вами такие взрослые, красивые, счастливые и влюбленные, создавшие свою семью, которая будет продолжением вашего рода. И все самое лучшее, что в них есть, это только от вас, дорогие родители. Пройдут годы, и они станут надежной опорой вашей жизни. Не успеете оглянуться, как уже и ваши любимые внуки также будут стоять под свадебным шатром. И снова все пойдет по вечному кругу жизни. Дорогие супруги, я прошу вас поблагодарить своих родителей за то, что они вырастили, за то, что подарили вам жизнь. Ведь они вам давали не просто частичку себя, они вам отдавали себя целиком и полностью, ни на минуту, ни на секунду об этом не задумываясь. И вы обязательно должны помнить, что вы ни в коем случае не можете их подвести.